Многие из вас хотят получить Божие благословение, но вы не хотите ничего для этого делать. Многих из вас мучают финансовые проблемы, вас мучают проблемы с браком. Вы говорите, я не понимаю, почему все это происходит, но вы ничего не делаете, и Бог вам не ответит. Иисус пришел на землю, чтобы научить нас великому и показать, что такое сверхъестественное с помощью чудес и знамений. Бог не меняется. Бог сверхъестественен. Апостол Гильермо Мальдонадо был призван принести сверхъестественное этому поколению. Уже 25 лет он проповедует верующим по всему миру и помогает им активировать свои способности и делать то же самое, что и он. Приготовьтесь к чудесам прямо сегодня и позвольте Божьей любви показать Божью силу здесь и сейчас. Вы сможете почувствовать это сами прямо сегодня. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас, поскольку у нас есть доступ к сверхъестественному. Я приветствую всех, кто смотрит программу. Даже если вы смотрите нас через интернет, Бог хочет обратиться к вам. Давайте посмотрим Священное Писание и откроем первое послание Коринфянам, 4 главу, 14 стих. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как любимых детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне». Подражать значит повторять. Но, к сожалению, многие молодые мужчины, вступая в брак, не имеют ни малейшего понятия о том, что значит быть отцом. Я хочу, чтобы вы знали об этом еще до того, как вы стали отцами или даже мужьями. Если вы не знаете, что значит быть мужем, то вам будет очень сложно стать отцом. Отец формирует и развивает характер своих детей и помогает им взрослеть. Откройте сейчас Псалтырь 2 главу 7 стих. Тут сказано, вызвещу определение, кто это сказал? Это Бог Отец говорит о своем Сыне Иисусе Христе. Он говорит так, возвещу определение. Господь сказал мне. Кто кому и что сказал? Это Бог Отец обращается к Иисусу. Он говорит, ты сын мой, я ныне родил тебя. Что это значит? Что... Он ныне родил его. Бог Отец обращается к своему сыну Иисусу, и он говорит ему, «Я ныне родил тебя». Одна из ответственностей, ролей и функций Отца, и обычного, и духовного, заключается в том, чтобы формировать и порождать. Слово «порождать» в данном контексте значит отмечать или наделять уникальным предназначением. Вы ведь знаете, что Отец Небесный наделил вас особым предназначением. Вы знаете, что были отмечены, что вы наделены особым предназначением, и поэтому вы знаете, зачем вы живете. Вы знаете, что Бог помог пройти вам через многие жизненные неурядицы, не надо после этого говорить. А, я не понимаю. Не понимаю, почему я до сих пор жив. Ведь я принял 20 таблеток. Я не понимаю, почему я до сих пор жив. Я много раз пытался свести счеты с жизнью. Люди использовали меня, они отрицали меня. И мне это надоело. Я вообще не понимаю, зачем живу. Да потому что вы были отмечены, потому что вы наделены уникальным предназначением. А еще слово «порождать» можно понять как «доставать» или «уводить», то есть чтобы породить своих детей, вы должны их увести от всего неправильного. Также слово «породить» значит «сформировать» и «помочь стать взрослым». «Сформировать» для исполнения предназначения — и сформировать, чтобы помочь стать взрослым. Давайте разберемся в том, что нам говорит Бог. Откроем послание Галатам, 4 главу 19. Стих ⁇ это слова апостола Павла. Он говорит им, Галаты, я породил вас, но я еще не закончил. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, я снова мучаюсь в этих родах, да коли же не изобразится в вас Христос? Итак, я породил вас, но я на этом не остановлюсь, потому что слово «порождать» значит формировать кого-то, Пока он не станет совершенным, вы наверняка спросите меня, что вы пытаетесь э, нам этим сказать. А я пытаюсь вам сказать, что быть порожденным значит, что духовный отец или обычный отец пытается сформировать вас, чтобы вы приблизились к своей цели, к своему предназначению. Он намеревается сделать следующее. Он говорит, у моего сына... Есть цель, но чтобы сформировать его характер, нужно многое сделать. Вы наверняка не хотите завести детей и сразу подарить им свое наследие, не сформировав их характера, потому что это разрушит то, что вы им подарили. Поэтому помыслами отца является формирование своего сына или дочери и их становление. Но чтобы вы стали порожденными, чтобы вы стали зрелыми, чтобы вы достигли своей цели. Ведь вы отмечены добиться одной великой цели. Все вы здесь, сидящие, отмечены Богом, чтобы добиться одной великой цели. Но это не значит, что вы можете сказать себе, итак у меня есть цель. Пожалуй, завтра начну. Нет, для этого нужно многое сделать. Но кто же формирует ваш характер? Для этого вам нужен духовный отец. Для этого вам нужен обычный отец. Для этого вам нужен отец. Понимаете, он нужен вам, чтобы вы сформировались, чтобы вы стали зрелыми. Вы спросите: но ну, как это сделать? Хм, как сделать, чтобы вы были порожденными? Нужны двое, чтобы вы стали зрелыми. Нужны двое. Для этого нужны отец и сын. Но как это сделать? Быть порожденными значит начать соблюдать некую дисциплину. Мне надо помочь вам исправиться. Мне нужно достучаться до вас, направить вас. Мне нужно многое сделать, чтобы вы стали зрелыми. Но многие люди просто не хотят быть порожденными. Меня спрашивают, пастор, что мне нужно в первую очередь? Чтобы родиться и начать исполнять свое предназначение, а я вам отвечу, вам нужно тоже принимать в этом участие. сверхъестественная сила Бога существует на самом деле. Ее свидетельством являются любовь и дела. Она продолжает изменять жизни бесчисленного множества людей по всему свету, принося им перемены, избавления, исцеления и всевозможные чудеса. Поверьте прямо сегодня, что и в вашей жизни произойдет чудо. Семь лет тому назад у меня был весьма неприятный опыт. Мне грозило обвинение со стороны федеральных властей. Я лишился части своего бизнеса, и в это же время моя бывшая жена подала на развод. Причиной тому было то, что я ставил финансы, материальные вещи и свою семью превыше Бога. Бог в моем списке приоритетов стоял под номером 3 или 4, а может даже и 5. Когда я лишился всего этого, у меня не осталось никакой надежды. И тогда я начал пить и принимать наркотики. У меня появилась зависимость от лекарства, которое прописал мне мой психиатр. Когда я попытался найти помощь, мне прописали это лекарство, и я получил от него зависимость. Я прибегал ко всем возможным способам в мире, чтобы избавиться от проблемы, но не видел надежды для себя. Я не хотел жить. Я пытался покончить жизнь самоубийством, приняв все таблетки из пузырька. У меня не было никакой надежды. Я не знала, что мне с собой делать. Я хотела убить себя. Я хотела умереть. Я была настоящей катастрофой. Целых шесть месяцев я беспробудно пила. Это было проклятием нашей семьи, которое передавалось по наследству. Мои родители тоже пили, особенно моя мать. Моя жизнь пошла по наклонной и в финансовом, и в духовном, и в душевном плане. И в плане здоровья тоже. Я не мог больше исполнять роль отца, потому что мне просто не разрешали видеть моих детей. Это было очень тяжелое время. Моя жена стала посещать службы King Jesus Ministry. Мы стали посещать встречи Дома Мира, где проповедовал пастор Брайан. Он дал мне понять мое призвание, и я решил посвятить свою жизнь другому. Я сделал Иисуса своим Спасителем. Когда я приходил к Нему на службы по воскресеньям, я знал, что сам Бог обращается ко мне через Него. Он рассказал мне очень много о ролях и функциях Божьего человека и о том, как стать мужем от Бога, отцом от Бога. В моей жизни произошли невероятные перемены. Хочу вам сказать, что раньше мне казалось, что у меня нет никакой надежды. А теперь у меня есть надежда. Теперь у меня есть настоящий мир. Когда я пыталась помочь себе с помощью различных мирских программ реабилитации, мне ничего не помогало. Ни одна из них не наполнила мою жизнь смыслом, не поменяла мою жизнь. Но Иисус изменил ее. Вы можете завидовать чужому счастью, но все, что вам нужно, это Бог. Бог вернул меня к жизни. Мне нравился мой брак, мне нравилось быть мужчиной, но я многого не знал, и моей жене приходилось многое из меня делать. И я не понимал, какие роли я должен был исполнять, будучи мужчиной. У меня осталось много привычек с тех пор, когда я был холостым, и я не знал, как мне избавиться от них и уделять больше времени семье. Во многом на это повлияло то, что мой отец не учил меня тому, что значит быть мужчиной. Можно даже сказать, что со своим отцом у меня не было почти никаких отношений, потому что всякий раз я подходил к нему, а он говорил мне что-то типа «на тебе денег, купи себе что-нибудь» или «не слушай эту женщину». Он никогда не учил меня роли настоящего мужчины. Я плакала, когда видела, как мой папа бьет мою маму. В нашем доме царило насилие, и я решила для себя, что это и есть брак. И в моем браке происходило то же самое. В моей семье именно так и поступали, поэтому я обращался со своей женой так же. Бывало, я поднимал руку на нее, потому что в детстве видел, что мой отец поступал так же. Я не понимал, что, поднимая руку на свою жену, я понемногу лишаюсь мужественности. Я действовал в соответствии с примером, который видел у себя дома. Я видел, как отец поднимал руку. Как-то он таскал меня за волосы, а у меня в руках вдруг оказался нож. И чтобы остановить его я ударила ножом ему по рукам. Я была в шоке, я просто не могла поверить, что смогла такое сделать. И тогда я поняла, что это катастрофа и необходимо что-то срочно менять в наших отношениях, иначе мы либо разведемся, либо попросту убьем друг друга. Как-то я попал на одну проповедь, и пастор рассказал мне о том, что это сам дьявол вредит моему браку. Когда он сказал мне эти слова, я понял, что этот дьявол разрушает мой брак. Это он посылает мне мысли о том, что я должен поступать именно так. Но потом Бог сказал мне, что я должен делать, и я изменился. Благодаря проповедям и исповедям я понял, как мне стать мужчиной. Я понял, что мне нужно делать. Я понял, что я должен направлять свою семью. Я должен вести ее вперед. Я должен показывать пример своей семье своим примером. Я помню, как одна из лидеров церкви подошла ко мне и помолилась за меня. Она сказала мне что-то о моем браке, что оказалось правдой. И тогда я сказала себе, что развод — это не выход. И в тот момент я почувствовала, что я освободилась от страха перед разводом, от страха потерять свой брак, которого у меня больше и не было. Я знаю, что это Бог спас меня от манипуляции и контроля дьявола. Раньше я думала лишь о том, как мне защититься от мужа. Теперь мои дети будут жить в совершенно другой атмосфере, чем жила я. Я никогда не хотела, чтобы мои дети жили в такой обстановке. Мы оба решили, что сделаем так, что наши дети не увидят того, что мы с мужем видели в детстве. Я хочу сказать мужчинам, у которых не было отца, вам нужно завести отношения со своим отцом. Вам надо обратиться к всемогущему Богу. Если вы слушаете меня сейчас, то я говорю вам, что благодаря Господу я сам стал свидетелем того, каким должен быть мужчина. Он изменил меня. Я стал совершенно другим человеком благодаря тому, что для меня сделал Бог. У Бога есть планы и на вас. Благодаря Богу вы ощутите нечто такое, чего прежде никогда Никогда не ощущали. Когда вы станете настоящим мужчиной, Бог дарует вам идеальную жизнь. Если вы смотрите на сейчас и хотите найти себе жену, то сначала вы должны развить свои отношения с Господом. Вы должны сами принять в этом участие. Но почему? Я советую это вам с самыми лучшими намерениями, потому что это дарует вам знания, понимание и много чего еще. Но если вы сами не захотите принимать в этом участие, то я не смогу помочь вам стать зрелыми. Вы должны быть готовы мне помочь. Вы должны сами принять в этом участие. Вы должны вести себя должным образом. Вы должны открыться Богу. Многие из вас хотят получить Божие благословение, но вы не хотите ничего для этого делать. Многих из вас мучают финансовые проблемы. Вас мучают проблемы с браком. Вы говорите, пастор, я не понимаю, почему все это происходит. Но вы ничего и не делаете. До тех пор, пока вы ничего не делаете, Бог вам ничего не скажет. Вот и весь принцип. Если вы сами не принимаете в этом участие, это значит, что вы хотите получить благословение, не принося при этом никакой жертвы. Ха, вы хотите наследие. Хотите сами стать частью Царства Господнего? Хотите получить помазание, не заплатив за это никакой цены? Так у вас ничего не получится. Иначе говоря, если вы Сын Божий, то вы должны открыться Богу. Но как мне это сделать? Может вы мне что-нибудь э, посоветуете или исправите меня, пастор? Направите меня куда-нибудь? Я ведь хочу исполнить свое предназначение. Вам нужен отец, чтобы он сказал вам, иди направо, иди налево, иди в церковь, посещай ее, увидь это сам. Поэтому начните молиться Святому Духу, поститесь и молитесь. Иначе говоря, ко мне в церковь приходят люди и говорят, «Пастор, я ваш сын, а я отвечаю им, тогда начните делать то и это. Но когда я говорю им, что им надо сделать, они мне говорят в ответ, «Пастор, у меня нет на это времени. Я один не смогу ничего сделать. Вы должны сами поучаствовать, чтобы ваш отец сказал вам, «Я хочу родить тебя». Понимаете, для этого нужны двое. Для этого нужен отец и участие сына. Если я скажу вам, я хочу, чтобы вы стали наставником. Вы ответите, пастор, но у меня и времени-то на это нет. Если я говорю вам что-то сделать, то лишь потому, что это нужно для зрелости. А мне в ответ, а у меня времени нет. Если вы пропустите этот процесс становления и закрепления вашего характера, вы будете не в состоянии сохранить то, что вы получили от Бога. Я видел многих людей, которых Господь благословил на поступление в университет, а также на успех в учебе, бизнесе, семейной жизни. Их благословил сам Всемогущий Бог, но они так и не начали свой процесс становления характера. И хоть им так и не удалось стать рожденными, они все равно хотят вести службы, ведь они считают, что знают, как надо проповедовать. Боже мой, только послушайте. Они знают, как проповедовать. Они уверены, раз у меня есть все эти дары, я знаю, как это делать. Но они никогда и не рождались свыше, их никто никогда не порождал. Но вам нужно быть произведенными на свет. Это очень важно, потому что от этого зрелость. Но если вы не хотите принимать в этом участие, то уж извините, в этом случае я ничего не могу поделать. У многих из ваших естественных отцов есть какой-нибудь бизнес. И вот наступает время, когда вы говорите, пожалуй, стоит попросить отца научить меня основам бизнеса. Это означает, что вы решили принять участие, стать ближе к своему отцу. Вы решили понять дух своего отца. Но как это сделать, спросите вы меня. Вы обязаны посвятить этот чудный период времени своим сыновьям и дочерям. Если вы отец, я имею в виду естественный отец, то воспользуйтесь этим чудесным периодом времени, чтобы побыть с ними. Воспользуйтесь этим чудесным периодом времени. Вы замечали, что Иисус никогда не возлагал рук на своих учеников, когда говорил им изгонять демонов и основывать Царство Господнее на земле. А почему? Потому что тогда бы они забрали Духа Иисуса и вместе со Святым Духом взяли бы Духа Иисуса. У вас должен быть зрелый характер. Вы должны пройти через процесс становления характера, и только тогда Отец придаст вам сил. Сыновья, которые не справятся с этим, будут не в состоянии удержать это благословение. Это можно видеть и в обычной жизни. Многие отцы оставляют великое наследие. Они оставляют очень многое своим детям, в том числе и всякие материальные блага, но те, в конце концов, теряют их. А знаете, почему так получается? Их отцы их ничему не научили. Они никогда не были порожденными. Они так и не стали зрелыми. Когда у сына нет характера, то он в конце концов обязательно потеряет свое наследие. Вы ведь вспомните блудного сына. Он сказал, «Отец, дай мне мое наследство». «Я хочу получить свою часть наследства». Но отец сказал ему, «Ты еще не готов». «Нет, я думаю, я готов. Я умею отлично проповедовать. У меня было великое откровение, я знаю, что делать. Господь уже творил через меня знамения и чудеса. Я с этим справлюсь. Я готов. Ты знаешь, что ты должен сделать. На что отец ответил ему, ну хорошо, но я тебя не благословляю. Он не получил благословения от своего отца. Иначе говоря, ваш отец сам знает, когда вы готовы. Но некоторые сыновья думают, что они уже готовы. И вот он потратил свои деньги, потратил свое наследство, а потом сказал, похоже, я все-таки не был готов. И отец ему в ответ, я не благословил тебя, потому что я знал, что ты еще не готов. Ваш отец знает, когда вы готовы. Одна из функций отца — развивать и формировать своих детей. Будучи отцами, вы должны формировать своих детей. Вы должны быть с ними должны учить их. Вы должны помочь им стать взрослыми, помочь им повзрослеть. Не ленитесь, заставьте их работать. Заставьте их работать. Учите их. Пусть они тоже примут участие в процессе формирования характера. Пусть они взойдут на крест и умрут. Славься, Иисус! Еще одной функцией отцов является то, что отец распознает предназначение своих детей и подготавливает их к нему. Отец знает, как понять призвание и предназначение своих детей. Отец в состоянии предопределить судьбу своего ребенка. Потому что отец дает нам благословение. Только он может сделать это функции и роли отцов, что значит быть отцом, какие замыслы были у Бога в самом начале, когда Он создавал человека. В нашей церкви я видел, как восстанавливались браки и менялись жизни. Ваша жизнь тоже может измениться, если вы закажете наш диск. Да благословит вас Господь. Приобретайте его сегодня. Да благословит вас Господь, я верю, что послание Слова Божьего коснется и вашей жизни. Когда Иисус пришел на землю, Он всегда ждал, когда люди сами отреагируют на Слово Божье. Если вы смотрите нас из дома или своего номера в гостинице, откуда бы вы ни смотрели нас, и вы говорите, «Пастор, мне нужен Иисус». В Библии сказано, что все мы грешники, мы грешим против Бога. Расплатой за грехи будет смерть, но если мы раскаемся, мы получим в награду вечную жизнь. Я приглашаю вас помолиться. Повторяется, Отец наш небесный, я признаю, что я грешник, я раскаиваюсь во всех своих грехах, я своими устами провозглашаю, что Иисус Христос мой Господь и мой Спаситель. Я верю, что Бог Отец воскресил Иисуса из мертвых. Иисус. Войди в мое сердце прямо сейчас. Аминь. Если вы сейчас помолились вместе со мной, то возьмите ваш телефон и расскажите нам, что Иисус сделал для вас. Да благословит вас Господь. А сейчас, пока у нас есть еще немного времени, хочу поблагодарить вас за то, что вы помогаете мне нести благую весть и сверхъестественную силу людям, чтобы исцелять их, приносить им избавление и спасение. Сегодня я хочу предложить вам книгу под названием ⁇ Как слышать голос Бога ⁇ В Священном Писании сказано, что, будучи верующими, мы узнаем голос Бога. Я хочу рассказать вам, какие способы и методы использует Бог, когда Он обращается к нам. Об этом вы можете прочитать в книге «Как слышать голос Бога». Спасибо, что сотрудничаете с нами. Спасибо вам, что посмотрели нашу программу. Если вы хотите подробнее узнать о том, как сделать так, чтобы и в вашей жизни происходили сверхъестественные вещи, свяжитесь с нами сейчас. Посмотрите и нашу следующую программу, где вы узнаете еще больше о сверхъестественном.